этот курс для вас. Меня зовут Андрей Лебедев, и я функциональный архитектор компании Caderline. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Кто это такой и почему это очень интересная работа? Хлеб у аналитика 1С, особенно у хорошего, он будет и будет достаточно долго. Задача курса не в том, чтобы готовить смежные специальности. Задача курса именно в подготовке консультанта-аналитика, человека, который может найти общий язык с пользователем и общий язык с разработчиком-программистом. И вот как это сделать, об этом как раз я вам расскажу. Какой результат вы должны получить по итогу этого курса? Самое главное, что будет вашим результатом. Вы, пройдя курс, должны понимать, как работает основная технология внедрения, которая используется в 1С. Технология называется Waterfall, водопад. Для того, чтобы заниматься на курсе, вам, в общем-то, потребуется доступ в интернет и стандартный офисный пакет. Наша задача сделать так, чтобы человек после успешного прохождения курса мог прийти к нам в компанию и начать работать. Ждем вас на курсе.